Событие главное уходящего 2015-го. Добрый вечер, Савик. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Я считаю, что если говорить о главных событиях, все-таки самое главное, мы тут говорили о серьезных вещах, но самое главное – это человек. И для любого из нас, у кого есть дети, для матерей, которые присутствуют здесь, самое главное всегда – это человек, отдельно взятая конкретная человеческая личность, человеческая жизнь. Поэтому я считаю, что самое главное событие уходящего года – то, что стало меньше погибать наших ребят на фронтах. Я думаю, что это большое достижение, достигнутое в меньшей степени украинской властью, в большей степени международным сообществом, которое стало активно влиять на политику России и Путина. Еще вспомните в начале года, ну, Дебальцевская трагедия, и потом каждый день 10, 20, 30 человек нам сообщают. Мы стали привыкать уже к этим цифрам, а ведь за каждой цифрой личная трагедия человека и его семьи. Я думаю, это первое, то, что стало меньше погибать наших ребят на фронтах. Второе, это, безусловно, приход к руководству Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Я считаю, что это знаковое явление. Я говорил об этом лет 6, наверное, о том, что, ну, сначала, что надо использовать опыт Грузии, опыт Саакашвили. Потом о том, что надо привлечь к руководству страной, не бояться этого, и Каху Бендукидзе, и Михаила Саакашвили. С Кахой Бендукидзе мы говорили об этом за пару недель до его смерти. И он мне тогда сказал, здесь ничего не будет хорошего, ничего, сказал Каха Бендукидзе, трижды пригласив меня на свои похороны. Что интересно, за две недели до смерти. Михаил Саакашвили. Вы знаете, если в банку трехлитровую положить раков, всегда нужен один рак, который эту банку начнет взбудораживать. Я никогда не выступаю адвокатом Михаила Саакашвили. Я говорю о том, что в отличие от многих украинских чиновников, этот человек реально достиг успеха. Он реально показал, что можно сделать в одной отдельно взятой стране, в Грузии. И мы увидели эти успехи. И мы заразились желанием, чтобы и в Украине были достигнуты такие успехи. И учитывая то, что наши политики коррумпированы практически все до одного, учитывая то, что надежды на них совершенно нет никакой у меня лично, я думаю, что появление Михаила Саакашвили, его активное вторжение в украинскую политику, это залог того, что у нас есть предпосылки менять наше общество. Сегодня негодяи во власти, которые являются практически все коррупционерами, не могут расстаться с этими деньгами своими, не могут расстаться с волшебной этой возможностью воровать и дальше. Я говорил об этом неоднократно, я говорю и сейчас, я надеюсь, что, может быть, меня услышат. Я бы сегодня на месте президента, на месте первого лица проявил бы волю, политическую волю первого лица, которую может проявить только он. Собрать всех олигархов, людей, которые реально влияют на политику Украины, и обратиться к ним с 10-минутной речью. Речь должна быть предельно проста. Вы уже наворовали все, что можно. У вас уже лезет из горла и из ушей. Этих денег хватит на миллионы лет вам и вашим детям. С завтрашнего дня под моим руководством все останавливаются. Я гарантирую вам, все, что вы наворовали, остается при вас. Никакого пересмотра собственности не будет. Никто у вас ваши деньги не отнимет. Но с завтрашнего дня мы начинаем жить по законам. По законам, которые прописаны в нормальных европейских, американских странах. И самое главное, что все будем следить за тем, чтобы мы соблюдали эти правила. Если кто-то из вас меня недопонял, если кто-то из вас думает, что прокатит и дальше, я вас хочу разочаровать. Предупреждаю, если кто-то будет этим заниматься дальше, мы будем вас сажать и будем показывать на всю страну по телевизору, как вы сидите, в каких условиях, что никто вас оттуда не выпустил под залог, под какие-то деньги. Это реальный механизм, который может сработать. Борьба с коррупцией не заключается в том, чтобы давать государственным чиновникам эти смехотворные, мизерные зарплаты. Но не может министр или депутат работать на 6 или 10 тысяч гривен. Это невозможно. Это противоречит человеческому естеству. Он все равно будет воровать. Ему нужно дать, как в цивилизованных, повторяю, странах, большую зарплату, раз – социальный пакет, два, его нужно обложить таким комплексом услуг, чтобы ему было невыгодно воровать. И как вариант,
сзади маячит тюрьма, куда он неминуемо попадет, если он нарушит вот этот социальный договор с обществом. Здесь присутствуют вот Дмитрий Добродомов и Сергей Лещенко. Я пристально смотрю за тем, что они делают в парламенте, и мне это очень нравится. Это люди с совестью, на мой взгляд, которые заинтересованы в том, чтобы у нас ушла коррупция из верхних эшелонов власти. Потому что любой нормальный человек, любой нормальный, особенно человек с деньгами, должен понимать, чем больше денег будет у населения, чем больше будет возможностей у каждого простого человека, как в Америке, иметь кредит по 2-3%, иметь машину, дом, квартиру, не в 60 лет, когда тебе уже мало чего хочется, а в 20, когда ты только начинаешь жизнь, когда ты будешь лечиться в нормальных условиях, когда ты будешь иметь возможность образования делать для своих детей, когда ты будешь, создашь людям в своей стране такие условия, тебе будет лучше, твои деньги будут работать на тебя, тебя не будут трогать, тебя не повесят на дыбе рано или поздно, потому что ты уже не понимаешь, что происходит. Я говорю, что наши ребята, которые во власти, мало того, что потеряли совесть и потеряли ощущение реальности, они еще потеряли страх. Они не понимают, они не видят недавнего примера Януковича и его коллег. Они не понимают, чем это все может закончиться. Поэтому я считаю, это очень важный момент. Это второе пришествие Саакашвили во власть, которое должно расшевелить всю эту застывшую конструкцию. И третье. Я считаю, что очень важное влияние на Украину в этом году оказало понижение цен на нефть. Что означает понижение цен на нефть сегодня? Я вспоминаю свою беседу с Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе в Царнисе под Тбилиси в году, наверное, 2008. Он рассказал потрясающую историю, когда они с Горбачевым только стали у руля государства, и Рейган объявил о программе космических войн. Позвонили физики, говорят, вот космические войны, и Горбачев стал инициатором того, чтобы они с Шеварднадзе приняли физиков во главе с академиком Велиховым. Они их усадили перед собой и спросили, ну что такое звездные войны, что это космические программы вооружений. Физики сказали, это абсолютный блеф, ничего этого быть не может, мы бои готовы как никогда, у нас все хорошо, конец. Через полтора месяца физики позвонили Горбачеву, мы просим нас принять. Мы вас обманули, сказали они. Американцы действительно создали программу космических войн. Для того, чтобы нам выйти на этот уровень, нужно 20-30 лет полностью разрушить свою экономику. У нас нет денег, а цены на нефть к тому времени уже пришли к тому, к чему они пришли. И тогда сказал мне Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, мы с Михаилом Сергеевичем объявили перестройку, гласность, демократию. Я полетел к Рейгану и сказал, что мы готовы к переговорам. Я ему говорю, так что, сдались перед Западом? Он говорит, да, мы сдались перед Западом. Сначала я подумал, что это может быть какие-то откровения основного политика. И когда через год разговаривал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я спросил, это правда, что перестройка началась после того, как американцы обрушили цены на нефть, и вы увидели, что гонка вооружений не конкурентоспособна? И Михаил Сергеевич Горбачев сказал, да, это правда. Поэтому что такое снижение цен на нефть? Американцы – это главные и, наверное, единственные партнеры Украины, которые сегодня способны остановить безумие Путина и безумие тоталитарной, жуткой военной машины Российской Федерации. Поэтому единственный метод, который сегодня есть, это ударить по экономике России, чтобы она не думала о мировом величии, чтобы Россия не думала о мировом величии, чтобы Россия занималась своими внутренними проблемами разваливающейся нищей страны. И это единственное, что может отвлечь ее от агрессии по отношению к Украине. Поэтому третье – это цены на нефть. Я надеюсь, что эти цены упадут вообще до предела, что у России не останется уже денег на продолжение военной агрессии, что она поймет, что нужно спасаться, а не нападать. И я думаю, что мировое сообщество очень хорошо это понимает. Кроме того, посмотрите, американцы медленно запрягают, но очень четко добиваются успеха. Блаттера и Платини отстранение от руководства футболом – это первые шаги. Мы это понимаем к тому, чтобы забрать у России чемпионат мира по футболу. Допинговые скандалы, которые происходят. Наступление на всех фронтах. Я оптимист в этом плане. Я надеюсь, что Россия будет додавлена в этом плане. Вот три главных, на мой взгляд, результата уходящего года для Украины.